Я рад, что мы вместе отмечаем 74-ю годовщину образования Китайской Народной Республики. На протяжении 74 лет под руководством Коммунистической партии китайский народ вместе боролся, прикладывал все силы для достижения невероятных успехов и развития имиджа страны во всем мире. Китайское государство, сумевшее справиться с бедностью и неграмотностью, в мгновение ока стало второй по величине экономикой в мире, первой страной с точки зрения товаров и торговли, с точки зрения валютных резервов и первой страной-производителем. Китай нанес сокрушительный удар по борьбе с бедностью в истории человечества и выиграл крупную битву. Почти 100 миллионам бедным сельским жителям удалось избежать бедности. Китай создал крупнейшие в мире системы обязательного образования, социального обеспечения, здравоохранения и внес значительный вклад в дело сокращения глобальной бедности. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал: «Стремление народа к лучшей жизни – это наша цель». За 31 год со дня установления дипломатических отношений, развивающиеся в духе добрососедства, взаимного доверия и взаимной выгоды, отношения Казахстана и Китая эволюционировали до уровня вечного всестороннего стратегического партнерства. За этот период выстроены образцовые межгосударственные отношения, принципы которых на протяжении многих лет остаются неизменными. Ярким примером эффективного взаимодействия также является наше торгово-экономическое сотрудничество. Сегодня Китай имеет статус крупнейшего торгового партнера Казахстана. За прошлый год двусторонний товарооборот увеличился на 34,5% и превысил 24 миллиарда долларов США. Ведется сопряжение стратегии развития двух государств. Активно реализуются совместные проекты в области индустриально-инвестиционного развития. Китай продолжает уверенно удерживать позиции в первой пятерке крупнейших инвесторов Казахстана. Сегодня на старте нового золотого 30-летия, объявленного лидерами наших государств, можно с уверенностью сказать, что перед нами открываются новые яркие горизонты дальнейшего развития двусторонних отношений на благо наших народов. Субтитры сделал DimaTorzok.